Другим темам. Более 300 тысяч рублей перевел председатель кооператива в качестве взятки должностному лицу. Денежные средства подозреваемый перечислил за занижение показаний счетчика по электроэнергии на животноводческой стоянке. По версии следствия, подозреваемый в период с сентября 2018 года по апрель 2022 года перевел на лицевой счет должностного лица Юстинского района электрических сетей филиала Пауэрсети Юкалумэнерго денежные средства в размере 307 540 рублей в качестве взятки за совершение в его пользу незаконных действий, выразившихся в занижении показаний фактически потребленной электроэнергии на объектах потребления электроэнергии на животноводческих стоянках сельскохозяйственного кооператива, расположенных на территории Юстинского района республики. По ходатайству следствия подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.